Сибирское село Петропавловка похоже на десятки таких же сел Красноярского края. Но привычные деревенские будни здесь часто скрашивают концерты местного симфонического оркестра. А появился он благодаря дирижеру Алексею Русанову. Идея зародилась, когда в Петропавловке поселился болгарский скрипач Димитр Хитемов. Мужчины стали набирать музыкантов среди односельчан и жителей соседних деревень. Сейчас в оркестре больше 20 человек. Знаете, какие интересные ребята? У меня это военные, есть даже два подполковника вот, из российской армии. Да? То есть один на бас-гитаре играет, другой играет на кларнете. Потом у меня есть там и врачи, там, знаете, ну, есть, и, ну, как скажем, есть специалисты, там не так много, кстати. А в основном самодеятельность. Сначала оркестр разучивал простые произведения. Теперь играет 40-ю симфонию Моцарта и разучивает симфонию номер 5 Бетховена. Классика, мы думали, что она, ну, как бы не это, не пойдет. То есть вначале так. Но где-то была надежда. Надежда. И сейчас получается так, что залы просто переполнены. Полные. То есть классика настолько оказалась востребована, причем простыми людьми. У всех сельских музыкантов свое хозяйство. Дирижер, например, держит цыплят и коз. У нас как бы хозяйство старенькое, но хватает и сметана, и творог свой. Полностью все чистенько, красиво. Музыканты собираются на репетицию раз в неделю. Помимо концертов, также проводят музыкальные лекции и рассказывают о композиторах.